Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, и мы продолжаем в игру под названием Nuclear Day. В предыдущей серии мы остановились на том, что мы зачистили банк, да, увидели клевую кат-сцену и, соответственно, получили свои медикаменты, которые мы сейчас отнесем к той самой Ирине, что отправила нас к этим упырям, которые хотели нас убить, но мы опередили и убили их самих. Точнее, самого того чувака, что нас застал. Так, поехали. Приятного всем просмотра. Кстати, было объявление на Discord-канале, что разрабы хотят в воскресенье, так скажем, устроить вечерний просмотр фильма. И где-то на 8-9 часов вечера. Поэтому, если есть желающие, можете спокойно заходить на Discord канал и, соответственно, смотреть вместе с ними. Я не знаю, будет ли у меня время или нет, буду ли я на работе в этот момент, успею ли я зайти, не факт, но опять-таки такой вот анонс, да, вот такое вот объявление, собственно, я с вами поделился. Поэтому если есть желающие, там, ну, кроме просмотра, еще и будет обсуждение, что будет дальше по этой игре и так далее. Обсуждение, короче, по игре будет. Так, поговорить. Ну, привет. Почему не предупредила? Не предупредила о чем? Что там люди? Это не люди. Их обычно немного в эти дни. Командования нет, не вижу проблемы. Мне пришлось убить одного из них. Кстати, писали комментарии, что типа это бред, что он тут-то там нож у него из ниоткуда. Ну, мне опять-таки говорю, ну, конечно, он тоже там, этот комментатор правильные вещи говорит, не спорю. Но видите, даже тут, опять-таки, при обсуждении можно заметить, что он даже не ожидал, что ему придется кого-то убить. Он не знал, что есть там люди, и, соответственно, он не брал с собой нож. Вот, видите, вот это и ответ на тот коммент, так скажем. То есть он, скорее всего, нож в том бардаке нашел. В принципе, есть там медикаменты, соответственно, возле медикамент может лежать спокойно себе нож, которого можно там, не знаю, бинты обрезать и так далее и тому подобное. Короче, вот такие вот дела. Привыкай, этот мир теперь такой. Ты вообще имеешь понимание, как жить и выживать? Я забираю это твое. Спасибо, ты не безнадежен. Короче, он понял, короче, не стал дальше продолжать эту тему. И, кстати, та ошиблась. Там было командование. Старшина, фамилия вроде Макаров. Кстати, один из персонажей, который нам в итоге в муравейнике говорят, с которым надо поговорить. Но Макаров, знаешь его? Нет, только слышала. Походу, она что-то от нас скрывает. Наше ее удивление, да, когда он слышал эту фамилию. Знание это сила. Отправляемся в школу, ребята. Опять-то в школу идем. Кстати, еще плюс на... Вот такое тоже, опять-таки, объявление было, что конкурс будет на возможность заработать немножко денег, да, тому, кто нарисует новые катсцены для игры. И я так понял, победивший будет... Катсцены у победившего будут периодически появляться в игре, так скажем. Я вроде кое-какие идеи подал. Не знаю, есть ли желающие, так скажем, да, занимаются ли этим, пока еще не в курсе, неизвестно. Не владею информацией, не в курсе что-то. Отправиться в школу, в принципе, энергии у нас достаточно. Все, что нам мешает, так скажем, да. А ну-ка использовать. Вот, энергию восстановили. Давайте похаваем, в любом случае. Как раз освободится место немножко. Ну и в школе остальные... А, подожди, где школа? Вот она. Сразу в школу идем, не будем возвращаться на базу. Нож у нас есть. Броня с защитой, да? Защита у нас есть. 8, думаю, что нас особо сильно не прокусит. Местные жители. Так, открываем дверь. Так, у нас тут забаррикадировано. Надеюсь, этот баг исправили, потому что когда мы открываем с той стороны эту дверь, в итоге выходим, и когда опять-таки меняем территорию и возвращаемся, опять эта дверь бывает забита какой-то хренью. Какого-то хрена. Так, вот у нас тут дырочка, которую мы сейчас с вами пролазим. Давайте на всякий случай пройдемся. Что не добавили? Поехали. Так, добро пожаловать в наш мир. А ну, давайте еще прочтем. Оставайся, если хочешь. Да, 100%. Никогда учился, не хотел там оставаться, блин. Не уж тем более в игре. Так, у нас вроде есть отмычки, тоже хорошо. Так, потому что я помню, что здесь отмычка точно нужна будет. Так, забираем.
Ну, еще 6 мест осталось. Так, и тут, конечно, не тупим. Да, в связи с тем, что у нас есть горький опыт. Горячий опыт, то есть. Точно. Горький опыт того, что у нас тут, да. Тут капканы есть. Тут бьют они больно, бьют они жестко, бьют они неприятно. По ногам нашим. Так, ну, ресурсы. Такие, конечно. Вроде этих ресурсов мне уже и так полно, я их насобирал в больнице. Ну, пускай будут. О, лопата. Лопата будет поинтереснее, конечно. Уже готовый все-таки продукт. Так, положим сюда. Все равно тут за один, так скажем, за один поход тут все не соберешь. Все равно надо будет сюда возвращаться. Давайте поэтому так компактненько закинем в одно, так скажем, в одну вот эту тумбочку, или правильно назвать. Ну, а потом если что, заберу. Я не буду сейчас опять-таки особо зацикливаться на луте, да, который тут лежит. Вернуться мы сюда в любое время сможем спокойно. Так, нет капканов. О, и здесь аптечка еще пригодилась. Найти следы Якова надо будет. Так, допустим. А, кстати, сундук. Сундуковый ящик. Шкаф можно обследовать, так скажем. Даже в этих комнатах, кстати, могут быть капканы, поэтому надо осторожно проходить тут. Так, что у нас за дневник тут новый, кстати, это еще тоже. Записка Явкова из банка, мы его не прочли. Мародеры шустрые, как понос, облазили почти весь оставшийся город. Подтвердили рассказы выживших из больницы, показали пару других путей муравейник. Нужно четко продолжить маршрут. В школе должна быть карта местности. И проверить, может, там осталось что-то полезное после отъезда. Это еще банки, понятно. Забрали 83 человека. Сбежало 97. Осталось 191. Ждем родителей. Так, по-моему, ученики сбежали или взрослые? Дежурство в кабинете истории Сергея Данилова, Фадеева Ананьева. Павлова, дети не должны выходить за пределы кабинета ночью, только в уборную, в сопровождении дежурных по этажу. Понятно. Местные, так скажем, правила. Общежитие в школе. Так, хорошо, допустим. Да, будем собирать именно то, что сильно важно для нас. Ну так, пока клацаю и взять все, а потом, если что, будем скидывать обратно в ящики. Оп. Так, это металлолом и ветки. Ну, нажимаю опять-таки на взять все. Вроде бы подбирается, так что давайте подберем. Почему бы и нет, это тоже подбирается. Так, еще даже одно место у нас есть свободное для этого всего. Блин, жарко, конечно, капец как. Душно даже больше скажу. Да, в воскресенье, кстати, припадает, сейчас скажу. На 20.08.2023 год. Ну, для тех, кто уже будет после смотреть это видео, да. Потом не ждали там, не знаю, не думали. А, нас обманули. Воскресенья нету. Нет, не каждое воскресенье, но именно в эту дату я вам уже сообщил. Так, вроде как там, ага, ключ уже нужен, да? А, вверх мы подняться не можем, потому что там вроде как забаррикадировано. Поэтому идем дальше вправо. Ну, в принципе, там что-то такого особенного мы не оставили, металлолом разве что. Так, а ну-ка, осторожно тут. Да, видите, вот эти ветки иногда обманчивают, потому что... Оп, подождите. Мы с вами прекрасно знаем, что лучше пускай нож будет в руках. Тут будет сейчас опасно. Откапываем. И вот как мы с вами видим, очередной пёсель нас тут ждет. Давайте посмотрим. Опа, нет, не получается. Так, чуть-чуть, конечно, нас куснул, но вроде как мы справились. Так, а ну-ка, возвращаться можем? Можем, это хорошо. Так, вот это, кстати, полезная штука. Так, я металлом пока оставлю тут. Опа! Неожиданно. О, кстати, как-то попроще стало с ними бороться.
Да, более реалистично, а то, блядь, а вообще капец был. То не попадал по этим собакам, то еще что-то. Короче, неприятная, блядь, ситуация тогда. Скажем, да. Детская травма оставили мне эти псы. Так. Так. Ну, дров у меня полно, ребята, сразу говорю. Не будем этим возиться. Подбираем все самое важное. Антисептик еще нужен будет для того, чтобы крафтить следующий наш шмот. Да. И так далее и тому подобное. Так, о, все, на второй этаж уже. Переходим. Так, тут у нас все нормально, все чики. Так, сюда мы пока не заходим, ребят, потому что тут у нас одна есть дверь. Очень важная для прохождения. Оп. Иди сюда, песик. А, тут вообще жопа. А он попадает по нам тоже, да? А, не, не попадает. Немножко, ну, переволновался пес, да. И неожиданно, да, появились возле него. Короче, и он не той стороной к нам подошел. Давайте используем аптечку. Я так понял, тут, ну, они сразу нас тут находят. То есть я даже со стелса бы не смог бы подойти и замочить их. Вообще, в принципе, я считаю, что это не совсем реалистично, чтобы в плане стелса подходить к собаке вот этой хищной, так скажем, да, потому что у них очень хорошее чутье, и они вас могут даже за километр учуять. И им пофиг, что вы там потихоньку подходите к ним, или не потихоньку, или с под стелсом, или под перделсом, и все остальное. Мне кажется, так все правильно, что они сразу на вас накидываются. Ну, против людей, да, конечно, там стелс — это прям актуальная тема. Так, а ну-ка, что там? Вот еще, кстати, у нас тут нитки. И тут же вроде как должна быть часть нашего шмота, да? Да, вот он, вот он. Тут у нас разорванная камуфляжная куртка. Я специально делал отдельный видос по этой теме. Ну, опять-таки, кто не видел то видео, вот вам, пожалуйста, возможность увидеть информацию, которую я там, соответственно, и выложил. Кстати, хорошо по просмотрам там набрало, где-то, наверное, уже 30 или 40 тысяч просмотров. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет дальше судьба нашего канала. Мы должны ехать. Детей нельзя оставлять в городе. Им нужны свежий воздух, а не отравленная радиация почва. Мы поедем на юго-восток к южному к одному из заповедников. А даже если не повезет, есть запасной вариант у СШГС. У СШГС. Главное дальше от мест, где падали бомбы. Актуально, так скажем, знакомо. Распределяй по кабинетам. А, девочки, мальчики. Короче, я не буду сейчас все это читать. Просто распределение. Им кабинетом их распределяли. Мама, Виктор Николаевич сказал: тебя больше нет. Я знаю, ты меня найдешь. Мы уезжаем. Туда, где не падали бомбы. И есть лес и вода. Найди меня. Зайка покажет дорогу. Тупые учителя. Мы должны остаться здесь. Пусть увозят малолеток. Хочу домой, а мне не пускают. А это типа писала не малолетка, да? Зайчик у нее кажет дорогу. А у меня там новое пальто. Сука, заебали уже каждый день, сука, там что-то там пилят, что-то там, блядь, режут. Давайте окно прикрою. Секундочку. Я, кстати, замечал, что даже при записи видео... Я ничего не показал вам случайно тут? А, вроде как нет. Да, кстати, будем посмотреть. На видео... короче... Постоянно там что-то болгаркой пилят, что-то там, блядь, режут, что-то там гудят, блядь. Кажется, у меня сегодня день рождения, но никто этого не знает. Пойдем ночью на футбол. Блин, как много она пишет, не хочу я все. Непонятно, просто общение. Просто разговор. Так. Да, ну тут кабинет длиннее, чем снаружи, поэтому мы вернемся с вами через этот, как его. Вот, еда, вода — это прям актуальная тема, прям надо обязательно. Тут все выкидываем, что нам не надо. Металла у нас тоже полно. Я это все дособираю, но уже потом, ребята. Уже не на видео буду делать. О, клей, кстати. Клей тоже надо. Клей прям обязательно надо. Так, ветки мне тоже не нужны для... Ну, сейчас в основном надо стремиться к крафту экипировки следующей, для того, чтобы мы могли попасть с вами в муравейник, соответственно.
Поэтому все сейчас ненужное выкидываю и подбираю сейчас только самое важное. Так, тут у нас нету капканов, хорошо. Тут вроде... А, тут есть все. Так, тут отмычка надо, блин, а. Тут, походу, и лежит одна из частей шмота. Ну, в принципе, я думаю, что в любом случае мы все с вами не унесем. Надо будет в любом случае еще на базу сгонять. Выложить предметы, вот эти ресурсы. Нитки, все остальное, клей еще сейчас будет выпадать. А потом уже возвращаться сюда. Так, клей подбираем. Побежали дальше. Тут, если не ошибаюсь, кажется, 3 этажа должно быть, да? Так, опять этот наш друг в капкане, который должен быть пулить, падла. Вот. Пошла небольшая заставочка. Кстати, мне кажется, или поубирали лишние эти предметы, потому что тогда вроде здесь больше, так как-то, знаете, забито было всем. Поговорить, кто здесь? Слышь, парень, помоги, а? Это мародер. А, мародер написано же, мародер. Что тут забыл? Главный отправил. Главный, значит, мародер. А ты что, мусор? Вытащи меня. Я же тут подохну. Мне писали, что типа этого чувака, которого мы спасаем, в итоге в больнице нам помогает вывести этого. Как там его? Из больницы вот того, ну короче, чувака, я забыл уже, Давыдыча, если не ошибаюсь. Все-таки я уберу ловушку, конечно, это с особо урод. Пообещай мне, что не трогай. Да, обещаю, обещаю, потому что не трогай. Сиди, не двигайся. Особо не отблагодарит. Спасибо, чувак, без обид, ладно? А, еще и показывает у нас стуку. Урод. Ну хорошо, хоть не убил, да, так скажем. Ну, мне что-то кажется, это не он. Так, подожди, на что я нажал? А, я случайно на рюкзак нажал, да? Катсцена еще не закончилась. Я уже подобрал то, что мне надо. Так, ладно, давайте попробуем еще дожать что-нибудь. Место освободить. О, уже 99% энергии у нас. Так, еда надо, но потом заберем. Мне сейчас нитки побольше. Ай, блядь. Все-таки я попался на этот капкан. Как старые недобрые времена. Так, вроде и тряпок тоже мне нормально. Поэтому, наверное, сейчас... Ну, я думаю, сейчас мы освободим там на лестнице то, что там бардак. Ну, короче, заблокировано, забаррикадировано. То освободим местность. Так, оп. Не буду пока идти. Короче, вот смотрите, мы с вами до 208-го дошли. Ну, то, короче, 208-го мы не это самое. Все, открыли дорогу. Надеюсь, баг все-таки уже исправили, и мы с вами спокойно сможем это самое. Пойти на базу, вернуться и уже зайти через главный ход, а не через подвал. И, кстати, сразу заодно и скрафтим себе новый шмот. Так, отсюда не будем возвращаться, будем сейчас возвращаться немного через дверь. Тишина. Блять, быстрее уже задрал. И опять-таки я не пью тот энергетик, что нам дает возможность бесконечно бегать какое-то время. Потому что это нам пригодится в муравейнике. Там будет прям капец, как надо будет туда-сюда бегать. Так, можем, кстати, сразу попробовать с вами, знаете, что сделать. А где, кстати, это самое? А, мы пока что не можем сделать следующий шмот свой. Хоть я и нашел нужный... Ну, вы поняли. Ладно, хорошо, допустим, тогда не торопимся. Так, положить все. Опа.
Подбираем себе сразу лом. Так, одну лопатку, один лом. Дальше что нам надо? Я думаю, мы сейчас хотя бы часть экипировки сейчас закрафтим. Ну ладно. Черт с ним. Так, что у нас? А что нам в любом случае надо? Надо вот это, кстати. Раз, два. Кстати, не так уж и много у нас металлолома. А это, честно говоря, не самый лучший вариант. Медь мало металлолома. Ну ничего, мы там еще в школе нашкребем. Так. А, база дезертиров уже возможно пройти. Но мы этим пока сейчас заниматься не будем. У нас так сейчас там полно лута в школе оставили. Там еще куча всего есть. Надо будет дособирать. Я так понял, мы уже с вами на штаны нашли, да? Вот эту штуку. Как его там, рваные. Так. Штаны, да. И куртку нашли. Осталось только найти противогаз. И, в принципе, еще найти с вами надо нам в школе карту. Ну, в принципе, в одной из комнат, что мы пропустили с вами, так скажем, да, скипнули. Вот там и, соответственно, будет лежать наш противогаз и карта. Так, я взял, да? Ага, все, взял, все. С собой отмычки. Так, а ну-ка, дверь, давай. Да, все, исправили этот баг, слава богу. Давайте сразу с оттуда пойдем. Буду быть ближе до тех дверей нам нужных. Кстати, надо смотреть, может опять капкан, да, наверное, обновляется. А, не, и капканы, кстати, не обновляются. Супер, ребята, спасибо, разраб. Этот момент очень даже важен, то что надоедает постоянно их разминировать, так скажем. Появляются ли собаки, не знаю, я пока... Я ж в ту сторону должен был пойти. Нет, от вас это вот в ту. А я иду вот в ту. Тут собак вроде нет. У нас, кстати, нож не ломается, надеюсь. Нет, не ломается. Хорошо. Давно уже не играл в нуклир. Уже начинаю потихоньку забывать. Туда как. Ну, есть, конечно, такие моменты, которые фиг забудешь. Потому что уже... Ну, я иногда, так скажем, переигрывал ее от начала до конца. О, кстати, нам ключ дали. Вот, кстати, этот ключ, наверное, и откроет кабинет с картой. Но мы туда пока еще не бежим, потому что у нас еще остался 208 кабинет. Если я не ошибаюсь, скорее всего, там и противогаз, если ничего не поменяли. Так, оп, открываем. Так, дверь. Пустил. Так, тряпки тоже нужны будут, ну не так как, ну, клей, это самое, ну тоже все нужно, я не спорю, просто тряпки мы уже и раньше с вами нашли, да, то есть они уже у нас есть на складе какое-то количество, а вот нитки и клей именно в школе начинает нормально выпадать больше, больших количествах, так скажем. Так, что нам? Вот здесь, да, кажется? Не. Не здесь. Вот тут ключ надо нам использовать. Открываем. Да, кстати, не противогаз мы там не нашли, да? И нет. Значит, все-таки вот сюда. Здесь будет сейчас и противогаз, и карта. Или же я все-таки что-то пропустил, не знаю. Не будем гадать. Оп. Чуть не попался, а чуть-чуть. Миллиметр я оставался, чтобы попасть на этот самый капкан. И тут тоже, кстати. Заболтался, чуть опять не нарвался. Так, ну где же ты, карта? А, вот тут заблокированная дверь. Вот открываем, все. Теперь, кстати, эту дверь мы тоже, по идее, должны с вами разблокировать. Но это на самом деле тоже не важно тут. Не настолько важную роль играет, так скажем, да, этот момент. Опа. Нежданчик. На. О, кстати, не получил даже и удара одного. Да, тут есть тайминг, да, если в нужный момент начать махать ножом, то можно вообще даже не получить никакого урона. Так, давайте сначала поищем, где для противогаза находится все-таки. Походу, я что-то где-то пропустил. Ладно, допустим. Потом посмотрю свой ролик, где я рассказываю, где что находится, и, соответственно, разберусь. Так, а что у нас такое тут?
Нет, я, конечно, понял все, а у нас тут, ну, надо как-то поставить карту, а что-то оно ничего никак не действует. Как это так? Все-таки я, походу, где-то облажался, да? Я же правильно понимаю. Ну, здесь надо вот нажимаешь и карту там собираешь. А ну-ка, может быть, я здесь что-то не так сделал. Использовать. Поймали мальчиков из пятиклашек. В кабинет химии обнаружил... Залезли в кабинет химии их Васильев и помог взломать дверь. Предлагаю провести лекцию, почему так нельзя делать. Всем мальчикам от 5 до 11 не хватало нам, подростков, беременности. Понятно. Мужики, в кабинет географии можно залезть из кабинета химии. Встретимся в девятке, когда девчонки будут переодеваться. Наш кабинет ближе. Так, составил карту по обрывкам информации. Вот, кстати. В кабинете географии осталась карта города и нашлась миллиметровка. Повезло, теперь смогу проверить, живы мародеры или нет. Валит мужик неубиваемый. Надеюсь, это помогло его людям уйти от дезов невредимыми. Пора выдвигаться. Так, почему они остались с нами? Малыши опять плачут, не верят, что их родителей больше нет. Жребий выбрал Никиту, боюсь, он может пострадать на вылазке. Безумная идея, но детей нельзя оставлять здесь. Бомбы не бросили бы там, где нет людей. Да, кстати. Они сказали, что уйдут, но куда? Как сказать учителям? Поеду, нет смысла оставаться здесь и трупы кушать. Это жесть. Вот, теперь появилось. Значит, сначала прочитать надо то сообщение, а потом уже вот, соответственно, нам у нас открывается такая вот возможность. Да. Надо их перекручивать, да? То есть два раза клацаешь на эту штуку, и оно, короче, перекручивается, ребят. Те, кто не разобрался сразу, что делать надо. Вот это тут. Нет. Скорее всего, вот это здесь должно быть. Да? А это вот, блин, не тут. Вот, это вот тут. Так, это вот тут. Хорошо. Так, это не тут. Это тоже не тут. Вот так, наверное. Или нет? Да, блин, а? И головоломка. А, вот, все правильно. Вот сюда. А ты куда ушел? Блин. Блин, залетел, а? О, все, поймал. Все, это перекручиваем еще раз. И все, карта составлена соответственно. Изучить. Знание сила. Раздобыть экипировку в общем, с общим уровнем защиты от радиации 24. Вот, соответственно, оно и появилось. Задание. Блин, давайте так посмотрим, мало ли. Может, я где-то все-таки пропустил. Нет. А, комната с отмычкой. Блин. Дурная моя голова. Я вспомнил. Я не 208, а надо 207 еще проверить. Все, даже не надо пересматривать мое видео. Сейчас мы с вами побежим туда, соответственно. Так, подожди, не-не-не. Значит, не это кабинет. 206. Блять, а где кабинет, который нужна самая отмычка? Да, вот она. Вот сюда. Сюда надо идти, чтобы это самое. Ну, смысл, я сейчас уже сразу подберу, чтобы не возвращаться сюда. И, возможно, мы с вами посетим с вами это самое сразу же муравейник. И на этом закончим серию. Ну, что у нас по времени? Это, думаю, да. От 2-3 минут никто не пострадает, думаю. Ни видео мое, ни вы, ни я. Так. Вот, все. Так, о, кстати, это тоже надо подобрать. Так, доски выкидываем, пока нам не надо все это. Так, изолента тоже, кстати, надо для вещей. И опять-таки, я все это подберу, но не сейчас. Так, возвращаемся. Тут
Тихо так звук, блин, уж не знаю. Громче сделать. Ну хотя, блин, звуки некоторые будут сильно громкие тогда. Так, убегаем отсюда. Надеюсь, там, ну, не придется еще какие-то вещи искать. Там просто один момент есть. Мне кажется, надо будет верстак улучшить, чтобы для того, чтобы мы могли экипировать новую экипировку. Потому что, видите, там даже нету чертежей, так скажем, новой экипировки. Хотя фиг его знает. Может, сейчас что-то мы с вами прожали, то и они появятся. А если даже и надо будет скрафтить новый верстак, да, точнее улучшить, то хотя бы у нас материалов будет хватать. Потому что мы сейчас на данный момент собрали тупо материалы чисто для экипировки. То есть там это у нас ткань, это у нас нитки, это у нас там что у нас, изолента, клей и даже вроде где-то там гвозди надо будет, если не ошибаюсь. А не, все автоматически появилось все. Так, видите, уже показывают, типа чего-то не хватает. Давайте положим все сюда. Потому что оно вроде как то, что у вас экипировано, ну то есть у вас в рюкзаке и в шкафу, оно вроде как отдельно считает. Да, все правильно. Все. Крафтим себе это. Так, вот это. О, на все хватило, и причем с избытком. Вообще шикарно. Я очень рад. Все просто идеально прошло. Использовать, использовать, использовать. Вот она, наша старая добрая экипировка, да? Которую мы большую часть в основном своей игры проходили. Так, еще и нам надо лечь поспать. А ну-ка, энергии у нас много, поэтому на один часик нам хватит. Рекламка была, я ее вырезал. Ну, не вырежу, то есть я сейчас вырежу, но для вас это уже я вырезал. Так, тернистый путь отправится в муравейник. Я, кстати, там еще сообщение не прочел. Так, это уже можем положить сюда. Так, а ну что там по запискам? Вот это, да, кажись? Расположение учителей. А, учителей, блин. Так, берем вот это. Вот это, знаете, такой стандартный набор, пускай это у нас будет. Мало ли, может я где-то что-то забыл. Вот, соответственно, у нас будет. Так, муравейник, собственно, ребята, мы с вами открыли. А, говорят, там какие-то, опять-таки, баги. Кто-то где-то что-то сталкер не пропускает, кто-то кого там не пропускает. Но мне кажется, если все делать правильно, то все должно работать. То есть, нас поочередно все задания проходить правильным образом, и все будет. Так, здравствуйте. Так, ну хоть кто-то молодой и здоровый, кто-то откуда и с чем пожаловал. Меня зовут Андрей, пришел с центра. Ищу Якова, инженера. Он здесь. Яков, Яков. А, тот нелюдимый. Его парни Тимура сталкеры нашли. Наши нашли. Мы его в подвал определили, рядом с баром. Не стали с остальным селить. Почему? Мы о своих заботимся. Не хотим, чтобы нас всякие проходимцы позаражали. С ним что-то не так. Спасибо, пойду, пройду. Стоять, регистрацию нужно завершить. Пара вопросов о тебе. Слушай, счетчик возле тебя трещит не сильно. Это хорошо? Болел после катастрофы? Нет. В одного... А, это хорошо, типа, ну то, что не, счетчик не, ну, не гудит там. В одного выживаешь? Да. Так, тут... Еще опросник специальный для пришельцев. Отвечай, как думаешь, а бумаги пока... Так, блядь. Ай, блядь, заберу с собой, добью, чтобы не мучились. Заберу с собой, оставлю еду. Так, тебе можно доверять, это самое, типа, там, короче, кошка, там, видишь, она там помирает. Я просто это самое, уведомление сраное вышло, блядь. И, соответственно, прожал не туда. И спрашивает, типа, чем займешься? Ну, я написал, типа, нажал, типа, наставить еду. Можно сказать, вот тебе временный пропуск, не теряй. Правила у нас простые. Оружие не доставать, к девкам не лезть, патрульных от дежурств не отвлекать. Облучился, сперва чистишься, потом приходишь. Блять, нажал опять. Понял, спасибо. Короче, что такое? Понятное дело. Все. Открыли мы с вами муравейник. Давайте на этом серию заканчивать. Вроде как в школе ничего особо нового не добавили. Единственное, что проще стало биться с врагами, это на самом деле приятный момент. Плюс те, что заблокированный проход, если ты один раз открыл, то они всегда открыты. Плюс капканы они уже постоянно в том состоянии, в котором мы их, так скажем, привели, да? То есть разблокировали, короче, ну вы поняли.
Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, пишите, как вам эта серия, хотите ли вы продолжение, подписывайтесь на мой канал, прожимай на колокольчик, если вы все еще не подписаны, так как я вижу, что без подписок тоже много просмотров, к сожалению, не все подписываются. До следующих видосов, всем удачи, всем пока.